Всем привет! У нас уже обед. Сегодня переделали уже кучу дел, как всегда. Все такие деловые. В общем, это тот же день, который вы смотрели вчера. Но я продолжаю для вас снимать. Сейчас уже пообедали. Ромку уже с садика забрала. Тут ходит. Александр там собирается. Сейчас поедем. Поедем куда по делам. Такие все деловые. Возьмем вас с собой. Да, Ромашка? Ромке одела только что чистые шортики. Но мы попробовали первый раз черешню. Ромка раньше не ел черешню, не хотел ни в какую пробовать. Сейчас попробовала, ему понравилось. Футболку я ему специально сняла, чтобы он ее не заморал. Ну, потому что после садика я его полоснула и этот, ну как, переодела. Футболка осталась чистая, но шортики, походу, придется поменять. Вишни все. Вот так вот. Ну, зашла вишня. Кстати, не вишня, черешня. Черешня вкусненькая. Вчера я брала, ну, по-вашему вчера, а по-нашему сегодня в Лидле я покупала, которую черешня вкусная. Очень вкусная черешня. Ни одно червиво не попалось. Вся такая, этот, хорошая. Иди в мусор выкини. Он ходит и все, этот, куда косточки ему выплевывать. Нет, косточку Ричи не надо. В мусор выкини. Ой, сегодня еще пришла. Сашка пытался вчера распечатать там кое-какие бумаги. Что-то у нас перестал работать дрюкер. Как это? Ксерокс по-русски. Я говорю, скорее всего, краска кончилась. Потому что мы давно уже не этовали. Ничего не распечатывали. Я говорю, наверное, кончилась краска или она засохла. Там, в общем, заказала новую. Сегодня пришла. Ставили. В общем, со старой показывает, что кончается и мигает кнопочка краска. А с новой вообще показывает, что там ноль вообще нет. Ни цветной, ни такой. Не знаю, что происходит. В общем, мучились. Там мы протирали и... Жидкость для снятия лака, Саша говорит, надо протереть, там все внутри протерли, эти сами патроны протерли, все. Что-то не идет, не знаю. Я говорю, походу нужно покупать новый ксерокс. Вот так вот. Но не знаю, что будем делать, может быть, куда-нибудь зайдем, распечатаем. Нужно эту бумажку, чтобы просто с компьютера, наверное, скинуть на e-mail или как-то. Вот так вот. Что еще? Ну, сейчас Александр соберется, и мы поедем. В общем, съездим. Ему нужно будет подстричься, привести себя в порядок. И к маме там заедем, наверное. Посмотрим. В банк нужно заехать. Во всяком случае, берем вас с собой. Все, что будет интересно, как всегда, буду вам все показывать, рассказывать. Вот так вот. Ну, все. Пошли мы обуваться, одеваться, и там увидимся с вами. Мы уже в Коблинсе. У нас, как всегда, без происшествий не бывает. В общем, заехали пока в Коблинс. Ромашку укачала сильно. Один раз остановились, просто подышал. Нет, вроде нормально. Второй раз остановились. В общем, вырвала бедного ребенка. Плохо ему. Ну, не в машине, на так все убрала. Извините за подробности. Ну и, в общем, как раз возле это Саши, где подстригаться, этот барбершоп этот. В общем, Сашку оставила там. Он пошел подстригаться. А я Рому завезла к свекрови, чтобы с собой не возить, потому что, ну, плохо ребенку, да, что было. Пускай у бабушки, прохладнее, пускай там отойдет немножечко, водички ему с собой все дала. И этот оставила. Сейчас еду сама в банк, мне в банк надо съездить, денег снять, потому что денег нету, я уже неделю без денег. Так, а я не люблю, когда нет наличных. Ну и тем более мне нужно еще с заловкой, в общем, отдать ей долг. Касс покупали, ну, заплатили, а я
как вам сказать-то, ну, привезли, а я их больше не видела, и деньги не отдала, а наличных нету, и сейчас нужно отдать, в общем, денег. Нужно снять. Вот так. Так что я еду сейчас в банк, быстренько сниму денежки, а потом на обратном пути, надеюсь, уже Сашу подстригут, и Сашу заберу, и к маме поедем туда. В гости спросим, как она там, чего навестим, в общем. Вот так вот. Такие у нас сегодня планы. Пока что вот только так. Пожалуйста, приходите. Вот так. Что еще? На улице жарище. Ужас. Вроде как бы не так сильно было, как вчера. Но сейчас опять ветер утих. И прям стало жарко-жарко. Сейчас стоит в машине, что 30 градусов. Но на самом деле, мне кажется, не 30. Все 35. Все, банк съездила. Иду к Саше спросить, что там. Я ему написала, говорит, жду. Ну, не знаю, машину там припарковала. Подальше сейчас пойду посмотрю. Он сел, не сел подстригаться. Ехать мне к маме туда или его ждать. В общем, сейчас решим. Удачи. Уехала в Нету. Здесь поблизости пока Сашку жду. Думаю, хочу что-нибудь холодненького попить. Пить хочу, не могу. Так, что из них здесь есть? Только пиво и Red Bull, ой, и энергетики холодные. Что? Вот эти в Нету здесь, когда вот эти вот регальки. Скидки. Вот такая классная доска. Можно было ромки взять, но с собой тащить ее. Ну, Саша уже пишет. Наверное, вышел. Сейчас посмотрим, что тут есть. Что-то новое, смотрите, грануло. Типа кондиционера. Ладно. Пойдем. Затем, зачем пришли. Вышла с магазина, купила я воды, а там Ромке еще булочку купила и пузыри эти мыльные дуть купила. Сашка пошел не в ту сторону, говорит, я что-то запарился, думал, в другой стороне, но пошел в сторону мамы, в общем. Вот так. Так что сейчас увидимся там. Пить захотелось. Такая очередь, я стою, две кассы работают, народу стоит до конца магазина. И вот он еле шевелится. Получается, холодно столько. Вот, и все по чуть-чуть берут. Кто-то там воды, воды. Вот, ну вот такое, знаете, все без тачек. Редко когда с тачками. По идее, должно быть быстренько пройти это все. Но он такой медленно, этот дяденька, сидел на кассе. Уже устала ждать там. Где тут мой муж? Он уже, наверное, там у бабушки. Там меня ждал на этой кассе. Александр, подстригли. Видите? Весь в раздражении. Он у тебя все эти, надо тебе помыть срочно. И все в волосах прям. Ну так неплохо, да? Да, так нормально. 15 евриков. Надо голову, чтобы мыть. Да и они даже мне голову мыли и то потом. Да у них полотенце все в волосах. Все там в волосах, куда ни глянь. Лучше дома надо помыть. Быстрее свалить и дома все это сделать. Все, пошли. По-человечески. Там... Вот это взять с собой? Нет, ничего? Я там Ромке булочку купила. Может, он булочку поест сейчас. Это плохо же было. Аккуратненько. Ну что, попили мы чай у мамы, напоила она нас. Ромка стартанул так неожиданно. Я, говорит, пошел на улицу, говорит, оделся сам. Я за ним в шлепках прибежала. Ну, тут возле маминого балкона прям во дворе он катается. Маленькая такая площадочка во дворе. Хорошо, тенек, ветерок немножко, прохладненько, не так жарко. Но надо тогда идти обуваться, я потому что в тапочках. Сейчас приедет же Валюша. Они потом нас потеряют. Да. Вот так вот. На улице хорошо, но жарко. Вот в теньке прям самотовки хорошо прям. Приехала, подожди. Сейчас прищемит тебя так. Ну пойдем обуемся тогда. Обуемся, пойдем. Железо.
Ром, что там твой папа? С ума сошел? Нет, стоп, вспомнил. У нас такие... Мальчик Саша. Ой, ветер, видишь, меня защищает. У нас тоже хорошие были всякие, разные. И такие двойные вот так садились, да, как эти. В парке, что только не было. Они притащили. Притащили. С транспортного, наверное, так качали. Сперли, принесли домой, поставили. Этот кружовник. А некоторые любят, некоторые лимон вон едят даже. А мне я не могу. Лимоны я тоже ела. Без сахара, без ничего. Я не могу. Кстати, когда голова болит, отрежь пластик лимона и на язык, и соси. Угу. Очень хорошо помогает. Давление снимает. И это, лимон. Это мне Свистунов раньше всегда говорил. Ну что, мы уже... Хорошо кушай, сыночек. Мы уже дома давно. Я поставила, пока с мамой болтала, в общем, поставила кукурузку вариться в мультиварку. На 20 минут я ее поставила. Сварила. Сейчас вот она отключилась. Сейчас достану, посолю сверху. Ну, я туда тоже соль добавляла. Но я люблю, чтобы... Ну, сверху еще посолить. Некоторые еще делают маслом сверху сливочным. Ну, мы такое никогда не делали. Я не знаю, как-то... Мы просто, в общем, солью ее едим. Так что мы сейчас с Сашей будем ужинать кукурузой. Кукурузку съедим, чай попьем. В общем, вот так вот. Ну, на сегодня... Все, увидимся завтра, ну, в этом же видео, наверное. Или... В общем, да. А сейчас Роману покажу. Вам. Ест макароны с сыром. Сварила ему, да? Скажи, пока, ребята. Сейчас, пока-пока. Попьем сразу макароны.